Почему же пакетированный чай, он настолько опасен для нашего здоровья? Чем же он так вреден и как его делают? Вы узнаете в этом видео. Вообще, самый популярный чай – это пакетированный чай. И сейчас, как вспомню, ух, аж дрожь берет. Приобрел он свою ценность и популярность из-за того, что это очень удобно. Но, к сожалению, мало кто знает, что в составе пакетированного чая чаще всего содержится просроченный чайный лист. Причем еще низшего качества, который, как правило, десятки лет хранят в пыльном и грязном подвале. Я тоже думал, что в чайных пакетиках содержатся те же, например, листья дуба или какой-нибудь сушеный клевер. И измельченный, понятное дело, для нашего с вами удобства. Костя, но ты же понимаешь, что хороший, качественный китайский чай тот же, если бы он был в пакетиках, он бы не мог стоить 60 рублей за целую пачку. Слишком это уж как-то щедро, не находишь? Да, Добрыня, то есть еще за счет обильного добавления красителей и ароматизаторов, тем самым пытаются скрыть его истинное лицо. Чтобы вы думали, будто это действительно элитнейший чай самого сердца Китая. По факту, это обычная труха, просроченная с самого сердца склада, находящаяся в тотальной антисанитарии. Даже просто подумать, цена уже наводит на какие-то сомнения. Кстати, я вспомнил, элитный китайский чай, его же еще выгоднее пить, потому что его можно заваривать до 5, до 6, до 7 раз, а пакетированный один раз, и он выдохся. Можете провести эксперимент. Такой чай даже заваривается в холодной воде, представляете? Да, Добрыня, кстати, можно будет попробовать. Также чайные пакетики, они содержат тот вреднейший клей, который при попадании в кипяток выделяет такое вещество под названием формальдегид, которое, попадая в наш с вами организм, вызывает такие серьезные заболевания, вплоть до опухоли. То есть вы заливаете в себя не просто чай, а микропластик. И это является серьезнейшей проблемой 21 века. То есть, соприкасаясь с пластиком, он в микродозах постоянно поступает в ваш организм. Сюда же, кстати, относится готовая еда, например, в маленьких контейнерах. Или, например, та же бутылированная вода, тоже в пластике. Да, Костя, тебе вообще послушать, все в пластике. И даже бахилы из пластика делают, представляешь? Вначале сам чайный пакетик представлял собой кусок льна, а чай – хороший измельченный чай травяной. И все это делалось с той целью, чтобы людям было и полезно, и удобно. И из-за того, что чай обрел такую бешеную популярность по всему миру, нужно было срочно удешевлять материал, чтобы, понятное дело, на этом больше заработать. Все-таки выход на мировой рынок – это вам не хухры-мухры. Ученые выяснили, что если на протяжении 20 лет пить постоянно пакетированный чай, то это приравнивается к тому, что у вас в желудке в будущем образовался бы такой гигантский кусок пластика. Как вы видите, пакетированный чай, который можно найти практически в любом магазине, он точно гарантированно вам не прибавит долгих и счастливых лет жизни. Лучше пить действительно качественный китайский листовой чай, который улучшает ваше здоровье, а не забирает его. А в крайнем случае лучше уж обычной воды попить. Почему нет? И то полезнее будет. Хотя бы из-за того, что в воде нету такого обилия микропластика. То есть элитный китайский чай, его же собирают, во-первых, вручную, во-вторых, туда идут только действительно молодые листочки, которые принесут пользу организму. И этот чай, он не ароматизируется и туда не добавляют никаких красителей. Максимум это кусочки фруктов, и то просто для вкуса. А в целом, будь то пакетированный чай или, например, листовой низшего качества, самое главное – это кушать действительно хорошую, качественную пищу от природы, необработанную, которая несет максимальную ценность вашему телу, делает вас энергичнее, продуктивнее, моложе, радостнее. И в целом жизнь она становится ярче, начинает играть новыми красками. И вам повезло, дорогой зритель, потому что я занимаюсь натуральными и качественными экопродуктами для долголетия. Натуральным медом, с раздавленным маслом холодного отжима, элитным китайским чаем, сушеными грибами, собранными в экологически чистых местах. Если желаете по-настоящему качественные и натуральные продукты, пишите в личные сообщения, все подробности будут в описании. Буду рад вам помочь и подсказать, что да как.
крепкое здоровье, лучшее подспорье. А с вами был Константин Долголет. Желаем вам волшебного дня!